Абдулманап Нурмагомедов рассказал о бойцовском уровне Тони Фергюсона. По словам отца Хабиба Нурмагомедова, американский боец никогда не представлял опасность для его сына. Даже 5 лет назад, когда впервые должна была состояться их встреча в октагоне. Просто он хороший боец. В первом раунде у Хабиба были и более опасные соперники. Я это говорил и сейчас говорю. Фергюсон боец, от которого можно ждать опасности в течение 25 минут. Он выносливый, он опытный, он идет на серии побед. Он уверен в себе. Но все-таки думаю, что Хабиб классом выше, поделился Абдулманап Нурмагомедов. Напомним, что 18 апреля Нурмагомедов и Фергюсон возглавят бруклинский турнир UFC. Россиянину предстоит защита чемпионского пояса легкого дивизиона. Оба бойца на данный момент идут на серии из 12 побед. Промоушен организовывает поединок между спортсменами уже в 5-й раз. 4 раза бой срывался из-за травм бойцов.